Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуф, и сегодня я хочу показать вам ритуал Вуду Кимбанда, призыв омулом. Делается он в самых сложных ситуациях и на кладбище, как говорится. Делается лучше теми людьми, которые имеют опыт уже, а не теми, которые хотят поиграть. Омул помогает снимать все болезни, самые такие страшные. Самое главное, что вам понадобится, это, естественно, семейство бобовых, крупа кукурузная, на печати, сигарета и кора, как говорится, яблони. Тоже ее поджечь немного, также нам белая свеча и ром или водка с перцем. Это наливаем на печать, на могилу безымянную любую ставим. Лучше на могилу врача. И читаем призыв хотя бы 3 раза омулу, потом просим исцелить от всех болезней. Но я показываю часть ритуала, потому что все-таки опасно, мы не будем играться тут в игру какую-то. То, что я делаю, это уже мое личное дело. Тепре-тепре омулу, эго-эго омулу, эде пемба омулу, эго-эго омулу, темпре омулу, эго-эго омулу. Омуло депемба, омуло эго эго омуло темпре темпре, омуло эго эго омуло темпре темпре, омуло эго омуло. Омуло, я прошу тебя, Эшомуло, сын Наны, исцели от болезней того человека, чьи привязки здесь лежат. Снашаша, что будет так. Потом вы уходите, свечу здесь оставляете и все это оставляете, не оглядываясь. Можно монет еще кинуть. Ритуал мне сложный, но я говорю, самое главное печать космограмма. Лучше в плохую погоду это делать, то есть в дождь, допустим, это очень поможет. После ритуала лучше отпустить омулу, сказать спасибо тебе, омулу, за помощь, пускать ее пусть будет стать с нашей шаш. Ничего сложного тут нету, главное не наделать ошибок. Всем удачи, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Удачи!